Друзья, всем привет! У кого доброе утро, кому добрый вечер. Присылаю вам частичку тепла из солнечной Доминиканы. Сегодня 3 февраля 2021 год. У нас сегодня небольшой ветерок, небольшая волна. Но она абсолютно не мешает плавать, купаться. Видите, водорослей вот сейчас в феврале вообще нет. Вот мы когда заказывали отдых, то я читала, что даже смотрела фотографии, что ужасные водоросли. Но вы знаете, их сейчас их вообще нет. То есть даже при вот таких волнах, как бы их, может быть, должно хоть немножко выносить на берег. Но, наверное, все-таки это от сезона зависит, водоросли. Потому что их нет вообще. Вот флаг сегодня желтый. Я думаю, что это из-за ветра. И, может быть, они считают, что это волны. Вот. Но плавать это абсолютно никак не мешает. Отель заселен где-то на процентов 40, потому что мы вчера гуляли по территории, вот, и очень много домиков закрыты, не используются. Вот, на этой территории вот весь этот пляж занимает 3 отеля сети Iberostar. Наш отель посерединке — Iberostar Selection Bavara. Вот так, как я стою справа, вот здесь, это отель Iberostar Dominicana. И вот там вот, где желтый флаг висит, это Iberostar Grand Bavara. Все 3 отеля одной сети Iberostar, поэтому пляж здесь общий. Ну, раньше говорил гид, что люди пользовались услугами и территорией всех 3 отелей. То есть я могу ходить в Iberostar Grand Bavara. Люди могут приходить сюда. Но сейчас во время пандемии я не знаю, как это. Но то, что пляж общий, это точно. Вот весь этот пляж. Это вся территория Iberostar. Места очень много, лежаки не нужно ходить занимать. Может быть, это сейчас так, я не знаю. Вот, но места хватает всем. Сейчас мы поднимемся сюда, посмотрим. Здесь у нас бассейны, их 2 вот таких больших. Здесь и там еще за баром. Вот, в бассейне почти никого нет. Hello. Не знаю, как можно лететь столько часов и прийти плавать в бассейн. Не знаю. Это точно не про меня и не про нашу семью. Но многие люди, конечно, ходят в масках. Но это на личное усмотрение. Вот. Обязательно надо маску одевать только во время, когда выбираешь еду в ресторане. И когда подходишь в бар, заказываешь какие-то напитки. Вот бассейн, видите, он почти весь пустой. Нигде никого нет. Вот. В баре можно заказывать спиртные напитки. Они здесь на любой вкус и цвет. Очень вкусный доминиканский ром мы пробовали. Поэтому будете в Доминиканах, советую вам доминиканский ром. Вот мороженое любое. Вчера давали очень много морепродуктов
на ужин. Омары, крабы, креветки, устрицы. Ну, то есть мы объелись ими, если честно. Вот служащие все ходят в маске. Вот. Так что нам здесь тепло, хорошо. Здесь мы на время забываем о вирусе, который по всему миру. Так что приезжайте, любите путешествовать. Это так здорово и так классно. Тем более, если есть такая возможность.